ищем Даси. Так мне понравится. Я тебе конфетки даю. Всем привет. Я тебя нашла. Стой. Ну-ка, постой. Я чуть-чуть сниму. Держи тебе угощение. Бери конфетку. Расскажи стишок, Максим. Не умею, не знаю. Не ври. Какую мне конфету? Да, ни одного этого не знаешь. А что я знала, если бы не было сказать? А песенку? Песенку тоже. Спой песенку. Песенку не знаю. Тоже не знаешь? А я поменяла уже, видите? И что, у вас в садике не учат нигде? А ты в какую группу ходишь? Девятую. Девятая группа. А это какая у вас она называется? Девятая группа старшая или какая? Старшая. Да? Девятая старшая, значит у нас и группа старшая. Уже по 5 лет. А Лиза знаешь, какую ходит группу? А? Лиза знаешь, какую группу ходит? Нет. Седьмую. Что вы тут раскидали? Максим, ну что, ты ни одного стишка не знаешь? Опа, теперь это моё. Это моё. Вообще ни одного. Не один шарик. А мне? Вас же на утреннике же заставляют стишки учить, там, рассказывать. Меня не заставляли. А ты ходила на спектакль вот этот, который в Комсомольце был? Нет. А мы ходили с Лизой сегодня. Вообще ходила. Там прикольно, да, Лизочка? Да.